нет слов под нее эмоций. Но звук у нее все равно не сбываем. Но прям хочется именно, чтобы наподобие маленьких отстрелов хотя бы. Хоть вот так оставлять, честное слово. Но ощущение незабываемое. И если вот такой выхлоп останется, это будет просто... Very, очень-очень affordable. Взгляды собирать на дорогах будет по-любому. По машине сделаны полностью распорки передние, задние. Стейдж на нее накатан. Второй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не хватает, правда, охлаждения, но процессом все приходит. Занижение, находится подсветка днища. Полностью все в машине. По крайней мере, сделано по ходовой полностью. По электронике тем более. Друзья будут по-любому к вам приезжать тоже после того, как увидят, что у меня стоит. И мне кажется, своих денег не пожалеют отдать вам за то, чтобы сделать его незабываемым. И мертвые месяц еле освещает путь. И звезды дарят нам на грудь не продохнуть. И воздух я далеко крутусь. Нельзя свернуть, нельзя шагнуть. И не пройти нам этот путь. Такой туман. Нашел я вас на Ютубе, потому что очень интересно было, какие выхлопы есть на Октавию. Увидел то, что у вас больше всех работ, больше всех восторженных отзывов. То, что люди к вам приезжают с унылым выхлопом, уезжают от вас... С унылым лицом. С унылым лицом, зато хорошим выхлопом. Конфигурацию выхлопа мы выбрали раздвоение с заслонками, чтобы, если что, в любой момент можно было сделать как громкий, так тихий. И выбрали вот такие насадки. В принципе, выглядит будет неплохо. И даже очень агрессивно. А и в салоне нормально, блин. Я просто медленно ехал, я понял. Охренеть. Эффект прям тот, который я хотел. Хорошо, а теперь на тихом режиме, сейчас в обратную сторону, да, поедем. На off, да. На off, да. Вот сейчас смотрим на тихом режиме, как она себя ведет, насколько она будет по-другому. Ну, понятно то, что звука особо нет. Ну, такой звук был как раз, когда выхлопа не было. Хотя и сейчас слышно. Прикольно, прикольно. Когда здесь 140 пролетаешь? Ну, могу, кстати, так сказать, она с выхлопом поехала еще быстрее. Она не так быстро ехала. Ну, ощущения как раз-таки те, которых реально добивался. Именно с такой целью я приехал к вам на выхлоп. И именно эти звуки я хотел слышать от машины в любом ее режиме. Тихий, громкий. Тихий как раз попало то, что чтобы во дворах не убили. Кто убил Марка? Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. А громкий как раз так, чтобы, если что, и на спорте погазовать как следует, показать машину. Потому что она может, и она порвется с светофора. Спасибо, удовольствие это, от спасибо выхлопа. Большое. Вот, очень рады стараться и доставлять удовольствие.